Всем привет! В первую очередь хочется всех сказать всем спасибо, что пришли. Не ожидал видеть столько много народу. С удовольствием отвечу на ваши вопросы и поделюсь своим опытом. Начинайте настраиваться. Сюда, в Уфу. И мы с ним знакомимся. Приехал такой хороший хоккеист, как Андрей Василевский. Наш год спрашивал много вопросов. Я рада, что я получил автограф от него. Приятно видеть столько детей. Всегда очень рад приехать в Уфу, повидаться со всеми, с родителями, с братом, с друзьями. Поэтому только лучшие эмоции всегда. Одна девочка спросила, пойдете ли вы гулять. С ней? Да, первая реакция. Насколько неожиданно это было. Да нет, ну просто, но они дети. То есть они, у них своя точка зрения, они по-другому думают. Как я уже говорил, с детьми, очень интересно. Очень классные вопросы, веселая атмосфера, поэтому это только плюс. Хорошо, надо идти.